Как сообщает пресс-служба главы нашего государства, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 25 января примет участие в онлайн-саммите государства Центральной Азии и Китай по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. В соответствии с повесткой дня мероприятия, которое пройдет по инициативе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, будут подведены итоги 30-летнего сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем. Рассмотрены вопросы дальнейшего развития многоплановых отношений и определены перспективные сферы практического взаимодействия. По итогам онлайн-саммита планируется принятие совместного заявления.